Всем привет! Пошла сегодня испытать ледоходы и, в общем-то, разочаровалась. Рассказывала с таким предвкушением, такая нужная штука, нужная вещь. В общем, советовала. А теперь хочу рассказать, как мне, почему мне не понравилось. Ну, во-первых, хочу сказать, что живу я в Москве, и поэтому у нас все тротуары почищены до асфальта. Сегодня я их прилепила, они хорошо одеваются, хорошо снимаются, без всяких усилий. Вот носок одели, поправили, потом дальше вот так немножко резинку потянули. Тут есть такой ярлычок. Если, конечно, у вас прям сплошной лед, то, может быть, конечно, они и нужны. А получается, мне здесь, в городе, они совсем не нужны. Пошла в магазин, одела, в подъезде, в лифте, ноги не поднимаются в них, иду, громыхаю. В общем, мне не понравилось. Цокаю, как лошадь, копытами. На асфальте то же самое, как-то он прям даже в асфальт, что ли, вот так въедается, и ногу не оторвешь. Пока, в общем, я дошла только до полпути, и потом я их сняла в пакетик и положила в сумочку. То есть хочу сказать, что ледоходы мне эти не подошли, фигня фигней. Может быть, носить их с собой нужно, может, на даче, не знаю, там все-таки, но мы тоже там стараемся почистить, допустим, и дорожки песком посыпать, они и подтаивают, и не скользко. В общем, это все ерунда. Хоть и недорого, 365 рублей, но это только лишний выброс денег. Вот теперь будут валяться до нужного случая. Не знаю, хорошо, что купили. Вчера я переживала, или там когда, 2-3 дня назад, когда мы были-то. Я переживала, что только одни купили, а они одни не нужны. Вот. Муж говорит, я знал, что тебе такое дело не понравится. Если ехать в транспорте, в автобусе там коврики такие прорезиненные, они, ну, как бы рифленые, что ли, как, ну, с ребрами, да? Этими шипами за них зацепляется. Ну, я не была, я сегодня в автобусе не ездила, я только до магазина по асфальту прошла полпути, и все, и сняла их, в сумку положила и пошла по асфальту. И ноги быстренько у меня побежали, стали подниматься. В метро тоже неудобно, потому что там везде плитка, и получается, будешь идти цокать, то есть там вообще не скользко. В транспорте, в автобусе, вот я тоже сказала, что там резиновые коврики, они за них вот так будут цепляться, и упадешь, нос расшибешь. Вот. Ноги-то уже сильно... А если, как они говорят, что можно и на туфли с каблуками, то это вообще караул будет. Короче, сильно долго задерживать вас не буду. Дело хозяйское. У кого есть желание, может купить, попробовать. Но я считаю, что не нужны. Вот. Если там где-то в деревне, на даче, где... Да и то сейчас у всех дорожки, и все чистят. И тоже, что не, чтобы не скользко, наверное, тоже песочком посыпают. Или там, не знаю, солью, не знаю чем. Но, в общем, короче... Это ерунда. Фигня фигней. Так в названии напишу. Ледоходы. Прям вот непристойным словом хочется их обозвать, потому что они не нужны. Я смотрела обзоры. Некоторые пишут, что шипы вылетают. Но здесь они не вылетят долго, наверное, потому что здесь такая вот площадочка большая. Там у них мелкая, на Алиэкспресс кто-то заказывал. Вот, там у них маленькая площадка и резинка такая более мягкая. И они прям сразу насквозь вылетают. Мужик один пишет, рассказывает, что он пошел, дошел до гаража, и все, и шипы там остались. Ну, вот у меня они остались все на месте, но мне не понравилось. Вот. Мне не понравилось, так что хочу вам сказать, что не спасение это. А так, одно баловство. Все, всем спасибо, всем пока.